Ну, красненького и беленького. Или рыженького. Золотенького. Называют пинки. Пинки. Пинк. Чтобы не слезал красный червяк, наконечник насадить красного белого типа. Ну что, попробуем закинуть сегодня. Вчера хороший лещ был. И второй ничего. Вот лещик был. Смотрим, что сегодня будет. А, блин. Всегда что-нибудь невзначай. Так, вот все. Леска. Китайская. Самая дешевая нашел, конечно. Но это не лучший вариант. Как говорится, это дешевая. Так, будем закидывать. На руки. Вот. Что у нас с прикормочкой? Каша разная, еще плюс манки добавил. Закинем туда. А вдруг что-нибудь будет? Хорошо, надо. Ну, что-то даст. Good. Yesterday too. After 9 evening. Хе-хе-хе-хе.
Так, ну что с этим надо делать? Еще что-то насадить. Так. А, алкоголик местный. Я. That bastard don't let me on his boat again, I'll crucify him. Do you smoke? Do you want one? No, 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 thank you. I have you smoke, mate. Tobacco. You smoke. Ты хочешь курить? That's a big piece of meat. I might dive in for that. No, no, thanks. I'm smoke tobacco. Thank you. I've got another 20 there. No. I've got tobacco as well. Thank you very much. Он корабль потерял. Он корабль потерял. Он корабль потерял. Да. Да. Садок закинуть получше. Блядь, кусты какие-то. Ух, хорошие. Да, не донесу. Не донесу я. Вот Витя ловят. Я тебя снимаю, Витя. Снимаю, как ты куришь. Потом покажу бабусе твоей компромат. Рыбак. Витя рыбак. Почетный пенсионер, сибиряк. Почетный житель солнечного Магадана. Теперь вот в Англии рыбу ловят на пенсии. Не, пенсионер работающий.
Тихо стало. Хорошо. Два леща неплохих. Сколько у нас? 19.46. Очень хорошо. Ну, на донку берет, на фидер покрупнее. О, лебедь, гуся гоняет, а? Да, гоняет гуся. Не на ту территорию заплыл. Гусь тебе пошел ловить рыбу. Блин. Там хлеб плыл дальше, сюда. Право. Брод. Маленький под десятик. Ну что тут у нас червяга? Рядом еще. Ой, ребята плывут. Гусята. Ага. Гусята плывут. О, на поплавок поплыли. Куда ж ты поплыл? Не надо сюда.